gago. Здоровья всем, здоровья, удачи, успеха. Всем абсолютно всем. Спасибо. Спасибо, дорогая. Наш класс, наша школа была удостоена чести принимать у себя в гостях ветеранов Семенова Павла Ивановича и Гвоздову Елену Марковну. Уникальной эта встреча была еще и потому, что проходила на территории, где в 1941 году героически сражался Стрельнинско-Петербургский десант. Судьбы тысяч советских солдат, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, до сих пор неизвестны. Но их имена возвращают потомкам участники поисковых отрядов, поднимая сотнями погибших защитников Родины. Сегодня перед концертом нам была предоставлена уникальная возможность экспозиции предметов, найденных поисковым отрядом, участником которого является Гайдукевич Александр Евгеньевич. А представил и провел экскурсию, извините, не знаю фамилии, но Евгений Александрович.